Дорогие друзья, у нас солнечные ванны. Не надо вставать. Не надо вставать, потягуши на наши растуши. Зевать. На солнышке обалденно. А так, друзья, минус 10. На солнышке просто кайф. Накормили, друзья, они едят сейчас уже с понедельника едят холодцы. Вот. Приносят все холодцы, так что у них все здорово. Все хорошо. Шарик, тебе все хорошо? Ты балдеешь? Ты балдеешь, да? Ты балдеешь? Ты балдеешь? Хорошие мои, балдею. На солнышке, друзья, я уже сейчас балдею. Так хорошо на солнышке. Искрится снежок. Ой, сколько тут собак, друзья. Я просто в шоке. Я ходил там по делам в одно место, я там видео заснял, это только ихняя часть этих собачек, там их, наверное, штук 40. Просто, ну, такие они доброжелательные, у каждого там свои территории, все ж борются за свои территории, естественно, это нормальный процесс, и они между собой там пытаются поделить участки. Собачья мафия такая, так называемая. Так что, в общем, еще нашел собачек. Знаю, в какую сторону идти, где они обитают. И там тоже по мере возможности и времени я буду туда заходить и подкармливать их тоже. Мне это приятно, что я их сегодня встретил, увидел. Вот. Так что, друзья, что творит? Что это такое? Я еще такого не видел. Чтобы муха первая начинала провоцировать шарика. Что это было, муха? Что? Что это было? Спасибо, друзья. Очень приятно. Комментариев, обратной связи все больше и больше. Мне очень приятно, друзья. Я каждым теплым словом благодарен, ценю каждое теплое благодарное слово в мой адрес, ценю, для меня это очень дорого, это мотивация и желание идти дальше, потому что я так понимаю, я на правильном пути. Желаю всем, что сегодня за день, я уже потерялся, желаю всем хорошего вторника, друзья. Хорошего настроения, опять же, несмотря ни на что. Берегите себя, не забывайте о братьях наших меньших. Сейчас снег выпал в большинстве регионов. Морозы, следовательно, им еще тяжелее. Они нас все ждут и будут очень сильно благодарны нам. Так что желаю всем добра и успехов. Берегите себя, берегите свое здоровье. До новых встреч, друзья.